Дим, уедешь ты в Беларусь, привези хоть масло подсолнечного. Бутылок 5, а лучше 10. Литров так... Бутылок 10 по 10 возьми. И газа, газа возьми, щепотку газа привези. А то пока ты приедешь, нам газ отключат. Да, уже обещают, все, ребята. Без газа остаемся. Андрей! Давай сюда, бля. Ты уже не проси, я уже с ним договорился. Он привезет масло и газа. Ну пока, да, ковид был. Да, короче, у нас спор идет, что в Беларусь есть море. Дима нам говорит, что там большое озеро есть. Это озеро, да, называется море? Минское море. А, Минское море, говорят. Что там? Минское море! Да, там устрицы есть. Короче, привезет он нам. Димон, у вас правда есть белорусские устрицы? А привези, а тогда. Молодость моя.